Дорогие друзья, со мной рядом находится Ксения Новикова, певица, экс-солистка группы «Блестящие». Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто вас пригласил на эту премию сегодня, Fashion Mama? Какое вы имеете к ней отношение? Меня пригласил старый приятель, коллега по шоу-бизнесу Валентин, который когда-то пел в группе «Эксмиссия», который будет сегодня вести эту замечательную премию. И вот он, собственно, пригласил меня как старую знакомую, как маму двоих парней на эту премию. Расскажите, как вам удается поддерживать фигуру в такой прекрасной форме? Ну, тут ничего удивительного. То есть я не отношусь к людям, которые кушают, что хотят, и при этом худые. И этим людям я завидую белой завистью. Вот. А на самом деле сила воли плюс характер, плюс спортзал, плюс питание. Ничего нового, ничего удивительного. Ксюша, какие новости, что интересного в работе, в творчестве? Дописываю свой сольный альбом, записано 8 или 9 песен, 9 песен, скоро будем выпускать, работаю, выступаю с концертами, пишу стихи давно, вернее, но как-то сравнительно недавно опубликовала в интернете у себя на страничке первый раз в своем исполнении стихотворение взрослое, потому что до этого меня все знали, ну, как автора текста «Я все летала», да, песни «Блестящих», все знали, что пишу стихи. Ну, тут что-то как-то вот было нечем заняться, и сделала такой пост, и людям очень понравилось, поэтому теперь на регулярной основе несколько раз в неделю выкладываю свои стихи в своем же исполнении. Мне очень приятно, что людям нравится. Ну, наверное, придется скоро книжку выпускать или что-то в этом направлении думать. Так что творчество продолжается. На творчество никуда не убежишь. Спасибо, очень интересно. А что вдохновляет вас на написание новых текстов? Ой, вот тут не знаю. Тут знаю точно, что когда, например, что-то плохое в жизни происходит, стихи не пишутся. Да, берется какая-то внутренняя творческая пауза. Когда, наоборот, все нормально, ко мне... То есть, ну, у меня множество, естественно, стихов грустных, любовная лирика, но это неспроста, потому что грустные стихи – это эмоции, грустные стихи – это чувства, переживания. То есть, да, все, что человек может сопереживать твоим стихам и так далее, пропускать через себя. Но пишутся такие стихи, как ни странно, у меня в хорошие моменты в моей жизни. Приходят они вместе, часто вместе с героиней со своей, вот, то есть, со своей историей, с какой-то... То есть далеко не все мои стихи обо мне. Какие-то есть обо мне, но какие-то и нет. Вот. Ксения, большое спасибо вам за беседу. Буду очень рада пообщаться снова. И желаю вам удачи. Спасибо. Мне тоже было очень приятно. Спасибо. Спасибо вам.